автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. О, пропущены из ФСБ уже. Позвоним. Алло, здравствуйте, это ФСБ, да? Да. Это Сергей Анатольевич Кокотеев, а вы не представились, просто я откуда знаю, мошенников много. А как вас зовут-то? Меня Илья зовут. Илья, а у вас фамилия Илья есть? Я вот Кокотеев Сергей Анатольевич. Вы сказали, что по моему феномену глаз хотите поговорить в ФСБ города Шадринска. А просто я с просони был, я не понял поначалу. Ну а вы что скажете-то вообще? А? Завтра не получится встретиться. А вот почему? Я сейчас хотел набрать. Ага, а почему? Не получается приехать там с машиной, проблемы. Электричка, наверное, сломалась, ага? Ну да, можно так сказать. Так а что? Космическая электричка, ага, в РК «Космос»-то не ломалась больше? Ага. А что смешного-то? Ну, Рутени в Челябинске. У вас как фамилия-то вообще? Иванов, Иван Иванов Иванович, ага. Александрович. Александрович, ага. Да. Все понятненько, ну. А что, кто капитан ФСБ-то, майор, как там? Ну, это потом уже встреча. Так а по поводу, по феномену-то, зарабатывать хотим, что ли, вместе? Или что, налоги да. будем платить государству великому? Это иллюзия-то моя, она ведь на фотобумаге даже работает, она. Пообщаемся там уже, приличная встреча. Пообщаемся, я вам просто предложил, понимаете, по телефону-то забрать меня, понимаете. Я откуда знаю, мне может киллер позвонит, я выйду из подъезда, пойду по переулкам или до автобусной остановки. Может там минивэн вообще тюменский, как обычно, откроется дверь, меня изрешетят. Я откуда знаю, это мой феномен-то миллиарды стоит. Это ведь вы прекрасно должны понимать, что это не игрушка. И вы говорите мне, а к нам машину-то типа за всеми ездить. Так если вы из Кургана едете, тут две остановки на машине, вы хотите поговорить по феномену, а кто вас подтолкнул-то, идея-то чья вообще была? Давайте встретимся, там пообщаемся. А цель-то только подождите, подождите, а цель-то вашего визита из Кургана, из ФСБ, Шадринской ФСБ-то для того, чтобы только по магии глаз поговорить, то есть по иллюзии, правильно? Или какая-то еще другая у вас есть цель, которую вы не хотите мне раскрывать? Есть еще цель. А вот. Какая? Хотелось бы приличной встречи. Ну я понял, я не против, а по поводу чего вообще? Не можете в косвенной форме дать понять? Нет, к сожалению. Так вас, то есть магия-то глаз вообще не интересует, ага? Ну вы расскажете мне. А что я что? Я же не Крылов, вы что? Ну, ну-ка, что смысл? Что рассказывать-то? На следующей неделе, когда вас в чувство приведут, что ли, после электрошока, что ли, телефонного разговора, или как понимать? Давайте на следующей неделе созвонимся. А, ну ладно, хорошо, ага. Ладно, ладно. 12.06.1981. Жара такая. В городе Шадринске. Фабричная. Улица Фабричная, 20, 12, ну, дробь 9. Ну, там специально еще получал маляр штукатур. Место работы? Я не работаю временно.
не дает, короче, работать, даже учиться. Вот по этой все вот это, сейчас что хочу объяснить, они меня, короче, в психушку увезли, Куцорову, ну, и это, он сам рисует, короче, там. Потом уже, когда вымогать начали, я заявление написал, в смысле, письмо президенту, приходит к ним уже почему-то на разборки, и мне, короче, Клюкин, это зав, короче, покоя приемного, показывает листок с надписью. Это, говорит, ты вообще рисовал, когда тебя принимали. Я вообще к столу не подходил, а также сидел вон у окна. И там разными пастиками положили по беспределу, просто гала передолом обкололи. Судимость у вас. Да, 99-й год, короче, 91, по идее, это судимость. 99-й год, вот когда вот мне 6 лет дали, тремя судами комиссаров судился подряд, что давали условно, и специально то ли. 158-я, как бы первая, потом вторая, что неоднократно, и третья, что через 30-ю попытку, и 6 лет, короче, за 3 суда, да, за 3 попытки 6 лет дали и на просвет, но там двое только при мне повесились, да. И подождите секунду-то, я когда видео выложил за этот просвет, а что-то там видел-то, потому что они меня зажали, и это, в смысле, мне письмо. Видео-то откуда у вас появилось? Видео выложил за просвет с комментарием, что вот такое же, короче, да. Понимаете? Ну, смысл-то в чем? Я вам на память оставлю, чтобы вам потом этот вопрос задавали в интернете. Откуда по информации, что вспомнил вообще? Я за это рассказал и в YouTube, короче, выложил. Мне приходит письмо с просвета через 14 лет, когда я освободился. Заберите, короче, крестик, это белый металл. Ну, БМ, короче, 14 лет спустя почти, ну как вообще понять, я освободился, расписался, что ничего претензий не имею. Мне видео, я, короче, выкладываю, и мне пишут там, видео, вам надо явиться, а? Какое сейчас объясню. И видео вылаживаю, короче, в YouTube. И мне письмо тут же приходит, короче, 14 лет, короче. Но что приедете, ну хорошо. Вот вы пишете здесь в это самое, что вы позвонили, получается, и дали такую информацию. Есть секретный объект. Геннадий Саукалов, ну Сауков. Ну, Сауков может сообщить некую секретную информацию о данном. Хорошо, объекте. Не вопрос. Сейчас я все объясню. Окей. Что за объект? Во-первых, короче, когда я был на просвете. Давайте вот на видео напишу все. Ну вот это вот, если. Ну как сейчас давайте объясню, как, короче, было. Короче, я видел этот объект. Я увидел, что там, короче, это. Вниз просто посмотрел, там типа люка такого, короче, да. И там, что он освещен лампами дневного света, что не просто подвал какой-то. Я, короче, ну, я там много чего видел в 2002 году, и Салка вам это может так же, это, без камеры, конечно, он расскажет, потому что я, короче, видел этот объект, что там, типа, знаете, вот бетонный пол, короче, типа такого, что это, ну, что там такое, я вообще не знал. Свете отбывали с какого по какой? С 90, короче, 9-го года по 2003. Ну, у меня просто 2003. Перебили, то есть 158-ю перебили на вторую. Объект вы этот видели где? На территории? На территории. Так я не один его видел, то смысл-то в чем? За это как заявлять? И смысл-то потом я уже вспоминаю, уже дома, я разговариваю с одним человеком, со вторым, и вот, короче, последний раз тоже он сидел там на просвете. Я говорю, а что вы там? Я думал, это вообще как вам объяснить-то, совмещение, там еще что-то. Там такое было, короче, что там много чего можешь подумать. Я не подумал, что там вообще объекты есть. И потом я, короче, узнаю, что он на самом деле есть объект, что он там и был всегда. Что там, короче, какие-то ракетные шахты, короче, блядь, какие-то. Жена мне говорила, что у нее там, короче, сидел муж, короче, на этом просвете. И вообще туда спускался якобы. Ну, она мне так рассказывала. Я говорю, что за объекты? Какое-то типа бомбохранилище, короче. И что он идет там вообще, что он огромный. Он идет аж до Иковки, короче, до зоны Иковки. И что там, короче, это мне уже информация от простых людей, что это объекты есть, короче, очень фишка-то, ну, и это, и что там грибы собирать нельзя, что какие-то поклёстки, леса, короче, ну. А Сауков-то, который... Геннадий Сауков, по-моему, 39 ему лет, или 38, 39, или 38, ну. Он тоже в это время находился? Он, да, мы сидели на 13-м отряде, это как заходишь в зону, первый барак, короче, там же второй, он на втором этаже, с другой стороны вход. И там вот свиданки, что напротив-то, там, тут все, вот я сейчас видео пишу, оно нереально все объяснять. Я могу объяснить устно, понимаете? Вы и так, наверное, понимаете, о чем я говорю. Ну, я пока... Ну, хорошо, отлично, ну, отлично. И смысл-то в чем, короче? И
Я когда на крыльцо, короче, вышел, когда вышел, 13, на 13 барке, это был 11 часов, мы сидели с Алком на одном отряде просто были. Он среди обиженных просто жил, ну там, знаете, такие люди замаранные, короче, ну, ГРМ называются. Да. И что и это, и там их была группа из 3 лиц, это какой-то там их главшпан, там, не знаю, такого небольшого роста, как черненький. Вот этот Сауков, короче, весь это справа, посередине, короче, это главшпан, и какое-то третье лицо, я не помню кто, но тоже оттуда же, короче. И который по центру, это был какие-то главшпанты, короче, они непосредственно доставали пули из-под крыльца, где я стоял, курил уже в 11, просто во время отбоя. Как это произошло, я просто взглядом... Что доставали? Давайте он вам сам расскажет, потому что это менее реально. Вы же видели. Давайте сейчас его пригласим, он вам все объяснит. Я сразу говорю, навряд ли он что-то будет вам писать. Есть на бумаге. А? Нету, я его искал, я хотел поговорить, запись сделать даже это. Ну вы понимаете смысл-то в чем? Эта тема-то такая, там никакие бомбы давно уже нет, какая радиация, и дети есть дети, вы знаете. С какой целью обратились? С какой целью? А я вам сейчас объясню. Я, короче, там был, сейчас я объясню, вы 5 секунд мне дайте, 5 минут. Я там, короче, был, я все это видел, короче, когда освободился, меня чуть не убили вообще, когда я пришел. И был такой челубей, короче, Ваня Юринский. И меня ни за что вообще, грубо говоря, избили, засунули в багажник, короче, да, и увезли, там, добивали, сломали ногу, короче, руку, да. Я весь в крови, короче, как не знаю, ну, на сломанной ноге, видимо, трещина была, дошел до дома. И смысл-то в чем, они уже два покойника, вначале челубей ножом в сердце, слышали, да? Какую-то мафия, короче, была тут шатринская местная, и Юринского забили битами. Дело вообще не в этом, короче, но... И тема такова, короче, я с мамой разговаривал на этот вопрос вообще, и как-то вспомнил, что она мне в детстве, короче, говорила, что у меня голубые глаза. Ну вот глаза, что, ну, как бы серые, там, синие, голубые, зеленые бывают, дело не в этом. И что я к зеркалу подходил просто, но это я еще был ребенком, у меня матери в живых уже нет. И вспомнил, короче, и все началось с того, что давайте я понял. Сейчас объясню. Я вообще все объясняю. Вот мне 5 минут, а я как это дальше-то буду вам объяснять? А проблема-то, почему у меня, почему я начал писать-то вообще это? Я вот им объясняю, на чем это все стоит. Почему у меня проблемы-то такие? Я понял из того, что, короче, в итоге, по что у меня глаза феноменальные. Когда, допустим, берешь, фотографируешь глаз, у меня сайт 7 лет. От Китая до США посещения там и так далее, 5 миллионов такого одного видео, это просмотров, вот такого одного, у меня, короче, несколько сотен видео в Ютубе, и телефон, все, короче, у меня там, и смысл, когда смотрят в глаз, короче, дети при мне сколько смотрели, короче, другие дети, они, зрачок, короче, он из маленького, он на фотографии даже, он расширяется, короче, и там кто космос видит, кто там рыб, кто моряк, короче, и тому подобное, там звезды и свет. Эта тема работает даже на фотобумаге, короче, это все проверено. Но я разговаривал с ФСБшником, с человеком из ФСБ, из Екатеринбурга, когда туда хотел ехать, напечатал фотографии и накатал дисков, чтобы продавать, там, ну там по 1000 рублей, допустим, понимаете, это недорого, согласитесь. Но... И он мне, короче, говорит, ФСБ, а куда, говорит, едешь? Это, говорит, давным-давно уже этими фотографиями торгуют в Екатеринбурге. И я приехал на площадь художников, короче, там, и как бы непроизвольно понял, что я там вообще лишний, но и мне лицензию попросили вообще на торговлю. И смысл-то в чем, короче, эта вообще тема-то, она стоит не 1 миллиард. Это один журнал «Продай», короче, по планете, если я первую историю, но по доллару, там, по 5, это, короче, там, это миллиарда 2-3 баксов, короче, за один тираж, ну, а я сижу тут в жопе, короче, то ли из-за просвета, то ли что, там связано, короче, с аномалией, а у меня в глазах что, не аномалия, что ли, ну, она же все доказано, правильно, так и есть, правильно, ну, и смысл, в чем, вы тяните этого Саукова, и кого он там доставал, и откуда они там были, непосредственно детей, короче, голых, как он мне сказал, сушилки на следующее утро, потому что я говорю, что будут за дети вообще, из-под барака, из-под крыльца, ну понятно, что из-под объекта, блин, а. Тихо, да, да, я сейчас все объясню. Ну, я был это, я был, ты я ну а как мне за это говорить-то, понимаете, смысл? Вот а есть, как мне объяснять вообще? Есть конкретный вопрос, да, вы написали, потом, извиняюсь, позвонили, сказали, что вот есть секретный объект, получается, расположенный на территории... Под территорией ну, лагеря, да? Где-то получается недалеко от 13-го барака. Он под зоной, под просвет под, идет под до Иковки, понимаем, зоны. Как мне хорошо, рассказали. Но... Хорошо, под всей зоной. Есть некий секретный этот объект. Но... Что там находится? Я не знаю, я там не был, я просто вы туда видел. Не видели, туда
Да, вы не заходили. Я просто это сверху вниз посмотрел, вы вот видели, это освещение, короче, увидел. Да. И в один прекрасный день вы видели, как Саухов и компания, там еще из трех лиц, да. Из-под барака, в котором вы это проживали. Это было уже в сентябре, скорее всего, был. Вот, или в августе. В котором вы проживаете, доставали детей. Mm. Я сразу, я писаю, я видео я вам оставлю, Саука, хоть вот это. Но, а что тут напишешь-то? Я сами сейчас запишу с ваших слов вот это вот все, что вы там видели, что вот это было, и все. А потом уже будем вопросы задавать Саукову. Вот, вот. Это? А ну смысл-то в чем, понимаете? Так, все хорошо, ну. Давайте я сейчас тогда запишу все ваши вот эти показания на учете у невропатолога, у невролога, у психиатра, у нарколога. Состоите? Нарколога нет. У кого состоите на учете? Ну, в ПНД состоим на учете. Так я вам сейчас как рассказывал. Давно, я понял, как ну. Давно. Короче, когда освободился, меня мама туда и положила, там то я не хотел лежать. Год, да? Как бы вообще в третьем попал-то, этим же летом я в третьем освободился. В третьем, да? Вас туда на учет поставили. А у них почему-то написано, что я с четвертого у них года. Хорошо, да. Мы пишем с четвертого, да. Так. Так, диагноз знаете свой? А, сейчас скажу, я, короче, записал заявление, потому что так мне его не давали. Я говорю, какой у меня диагноз вообще? Мне это он, короче, дал справку, что шизофрения постоянная, текущая, короче, сейчас скажу, постоянная текущая шизофрения, как это, параноидальная. А. А что они еще напишут-то вообще, как сами-то думаете на это? По этому поводу, почему за магию глаз-то вообще нету ничего вообще? В Екатеринбурге фотографиями торгуют и так далее, а. Я понимаю, что базы данных ФСБ в Москве продают, но это что такое вообще? А может там как-то можно. Как это вообще понимать-то просто? Да? И вот этого Савка утяните, он мне на утро, я его потянул специально в сушилку, поговорить на этот, по этому вопросу. Да? И он мне объяснил следующее, короче, дети годишные, короче, он был немногословен, короче, и напуган. Я и все, короче. Я говорит, сам ничего не знаю, короче. В настоящее время тоже состоите. Так вы что на это клоните? Просто отмечу все и потом буду все записывать ваши. Да, и по настоящее время состоит. Так, я состою на учете в ПНД с 2004 года с диагнозом постоянно текущая параноидальная шизофрения по настоящее время. Все, и сейчас мы перейдем. То есть получается с 99 по 2003 год я отбывал наказание. Я ничего подписывать не собираюсь. Я понимаю, к чему клоните. Саукова, с ним разговаривать, это он доставал. И он отрицать, а как он будет это отрицать? А что, если вы захотите, он не будет говорить, а захотите, будет. Что? Понятно, мы с ним пообщаемся, побеседуем. Показания все годы прошлые, но факт то, что обращение было от вас. Я понимаю. Все равно мы вас обязаны просить. Ну, вы все равно это будете откуда? Переписываться. Я не буду за этих детей даже расписываться. Я потому что понимаю, что это мне будет трудно. Я вам просто говорю, Сауков, короче, но непосредственно это все. Все, конечно. Я зачем мне это надо? Вы потом это свалите все на шизофрении, а мне это зачем? Извините. Ну. Мне зачем это? Что у меня типа крыша поехала, а? Зачем мне это? Ну? То есть. Показаний вы давать не будете. А вы у него-то их не можете взять, мы что ли? Мы у него возьмем, у него. Сейчас разговор составляется смысл-то, с вами. Смысл-то в чем, подождите. То есть, чтобы у него какие-то показания получить, мы должны знать, о чем у него спрашивают. А давайте проще сделаем, давайте сделаем мощную ставку. А давайте буду здесь я руководить тем. Все, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Вот. Я с вас объяснение возьму, потом его приглашу. Возникнет необходимость проведения очной ставки без вопросов. Я звоню на просвет, потому что... Проведем очную ставку. Я звоню, потому что это на просвет, короче, этому опию, вот... По себя снимаю, что на память. Ну, и это, я звоню на просвет по этому крестику. Через 14 лет, через 15, короче, приходит письмо. Так вы подождите, да я объясню же. Вот. Я звоню, я говорю, с этим я с начальником зоны или с опером. И за этот объект с ним разговариваю. Я говорю, в смысле, вы знаете, я говорю, за объект вообще под зоной, короче, но... За этот объект. Я ему оперу по телефону говорю, вы знаете. Он, ну как вы считаете, знаю я за него или не знаю, что? Давай, а что, мало этого. Я этого подписывать не буду, сразу говорю.
Объяснение дам в краткой форме вообще. Ну, и я не подниму, я не буду тут расписывать. Я напишу, что с 99 по 2003 год я отбывал на просвете наказания, зная, что там имеется какой-то объект засекреченный. И о том, что Сауков из-под барака, из-под 13-го вытаскивал людей. Все. И потом я уже приеду к Саукову и скажу, как его звать, Геннадий. Вот так и так. Вот у меня к тебе вопросы. Я же чем-то должен апеллировать, согласись, так ведь? Ну, поэтому мне все равно надо твои показания записать. Это не показания, это вообще. Да скажи, ты мне, это молодой человек, не надо это, я в курсе, я у меня наше. Ну так а что, оно свойственно путать-то наше, людей некоторых, да, с нормальных, с ненормальными. Оно смысл-то в чем? Ему хватит, знаете, одного. Помнишь, когда Сергей вышел на крыльцо, у вас была группа из трех лиц, ему будет достаточно, и чтобы потом на следующее утро разговаривать в сушилке в пределах 10 минут. Все, какая, что там было, на какую тему, и еще намекните, что я дал показания, все. Он сам расскажет, что там он говорить будет, не знаю. А что, шестерка, да, просвета? Или двойка? Двойка. Двойка, да. И ТК он дает? Не, и ТК сейчас он без трудовой. Просто так там ОФ 73-2. ОФ 73-2. Потому что меня вот эта вот тема, короче, она вообще достала. Она... Может, вы с кем-то меня путаете вообще, как это понимать вообще? Я не знаю, что там за подпросветом-то вообще-то. Одни говорят, там шахты, какие-то ракеты, короче, там, ну, Дайковки, идет там второй, там третий человек. А жена говорила, что ее муж, когда сидел там, вообще-то спускался, короче. Ну, якобы там что, штукатур надо было, и он что там замазывал, короче. Ну. Сауков-то тоже с 13-го было. Да. 13-й отряд, 2002 год непосредственно. Его перевели туда, не знаю, то ли в начале второго, то ли в конце первого. То есть это было в 2002, да? Угу. Я вообще думал, да, уже потому что в 11, короче, уже было темно, фонари горели, что я вышел покурить, да. Оно же еще как бы, оно в 12 светло-то в середине, то лет, как бы полдвенадцатого еще ничего, а там уже было так это темновато, да. Август, сентябрь, ну, это прошло 14 лет, грубо говоря, даже 15, короче, со второго-то года. И меня просто вот по этой теме, то что у меня сайт, как вы в смысле, сайт? Вы хотите сказать, что вы не слышали даже, быть такого, не, так вы что, в смысле, а вы из другого мира, что ли, или что? Почему я из другого? Ну, как это понимать? Я ну, как вы, ну, города. Ну, ты я, же, да как область, а у меня весь курган там на сайте, это был весь курган там, в основном. Что за сайт, в чем сайт называется? Ну, допустим, домен, короче, око, по-английски око, defisergius.yukos.ru. Что, они как не знали-то вообще? А что-то смешно вообще, ну, бред полный. А из Америки звонили, а что-то, что там ты это... Ты вот знаешь, что Ленин умер, я знаю, что Ленин умер. А так? Ну, я понимаю, но, что вот, это... Ну, это, да, вообще, ну, грубо говоря, все принято. Вот ты знаешь, что сейчас идет чемпионат мира... Ну, давайте я вот это видео у себя на сайте, короче, вы потом у меня на сайте увидите, на себя посмотрите, хорошо, ага. И там описание, короче, за магию глаз, короче, ну, и что все не видят, там описание от и до, короче, так и есть. Мы, ну, окей. Сейчас закончим, когда... Ага, ну. А что, в смысле, что на дурочку-то валить? Вы за феномен для начала, подождите, вы для начала за феномен объясните, и что ученые открыли 24 изменения, что, измерения, в смысле, 24 ученые открывали, что. Вы разговариваете это с людьми, там, что там, вы начальнику зоны позвоните и поговорите, но неофициально так, не по телефону, и как, куда он денется вообще, ну? Как он вот будет на это? А смысл-то в чем? Но что-то это диагнозы ставят, там непонятно почему, короче, но там рисуют за меня, там принимают, колят галоперидол. А что-то за магию глаз 7 лет сайту, короче, вообще тишина, никто ничего не видел, ничего не знает. А я тоже сейчас скажу, короче, я пошутил, что. А он, пусть он Сауков и рассказывает, какие проблемы, я понятия не могу, что. А мне зачем это? Давай дальше. В сентябре 2002 года, точно даже не помню, вечернее время, я стоял на крыльце барака, да? Угу. Курил. Угу. Вышел покурить по отбою, там, в отбой в 11, да? В это время
В это время, короче, я вышел покурить, короче, непроизвольно посмотрел налево, потому что заметил там это краем уха движение, потом краем глаза, короче, вам что, все миллисекунды описывать, что ли, провел взглядом, короче, по всей этой, короче, теме. Так, я заметил, значит, что так. Ну, что Сауков, короче, ну, там еще и вон, и там этот друг там, кто он там. Со своими двумя друзьями, да? Группа полиции с трех человек. Ну. Откуда они получаются? Из-под барака? Из-под крыльца, непосредственно, крыльца. Это так, со мной из-под крыльца. Там потом, я смотрел на целый, на следующий день, там кирпичей не было, такая тема, что это. Из-под крыльца барака, да? Ну, дальше я не буду, я вот видео запишу, что правда, что, а расписываться за детей не буду ничего, да я что, дурак, что? Это, извините, это вообще откуда такая-то параллельность, что? Другой мир, это, знаете, что там видел-то вообще, например, вам все это рассказывает, а к вам мне вот реально поплохело, когда я там был, я это замечал, наблюдал в течение месяцев пяти, да. Из-под крыльца барака, что они сделали? Я дальше, давайте с ними сами разговаривайте, понятно. Мы-то поговорим. А я как буду под этим подписывал, а как я докажу-то это? Вы сейчас на дурочку это свалите, короче, и все, вам так и надо, что? Как это дурачок, типа, ну, а что? Он там мелит какую-то хуйню, а что не так, что ли, что? Нет, не так. А как, хули, что? Во-первых, давай перестанем разговаривать. Во-вторых, выключи видео, тебя здесь не записывают. Мы тебя не записываем. А как мне, а чем мне потом оправдываться-то? В смысле, если у меня видео, то я имею право снимать, по идее. Здесь не имеете вы права снимать. А почему? Потому что здесь режимное помещение, и здесь видео, аудио. Вы же имеете право меня снимать. Вы же имеете право меня снимать. А да, давайте да, вот так вот, короче, это, чтобы вот эту дуру-то, короче, я сейчас видео выключаю, мне вот этого достаточно. Я просто последний сейчас слова скажу вот на камеру, что мне вот этого бреда не надо, короче, сваливать там на дурочку, короче. Я это видеть видел, и он это видел непроизвольно, там много чего видел, но с ним и разговаривайте. Но я вообще подписывать ничего не собираюсь, короче. Потому что потом, знаете, в дурку просто увезут, но и там такой же долбоеб Уцоров тебе еще диагноз поставит, хули.